Привет, друзья! Наше пришло время показа очередных моих покупок секонд-хенда, социального магазина и с блошиных рынков. Такая вот тарелочка с иллюстрацией пара. Это у нас тут H3 мануфактуры. Это Тиршенройд сверху, старенький, совместно Хоченройтер. И еще кто-то золотом поставил шопф какой-то, декорировал тарелочки. Золото, наверное. Синий-голубой. Ой, синий королевский цвет. Или голубой. Кобальтовый, не знаю. Точно не скажу. В интернете написано, что это синий кобальтовый. Такая вот тарелочка. Взял ее в социальном магазине за 18,50. Я бы не взял, взял бы кто-нибудь другой. Такие тарелочки очень редкие. Смотрел в интернете, похожую не нашел. Диаметр у ней 40 сантиметров. Такая объемная тарелочка. Интересная. С завитушками. Золотыми вензелями. Так, следующая ваза. Куасаны. Китайская ваза. Такие в интернете от 50 евро стоят и выше, смотря по размеру. Точности я тоже не находил. Стоила она вот в каком-то магазине 49,99. Ну, взял я на блошином рынке за 5 евро. Женщина какая-то продавала. Тут золотом. Эмали золото. Интересная такая. Красивая. Вазонька. Так, следующая моя покупка. Это вот такой вот подсвечник. Так, сейчас покажу информацию вот о нем. Вильхельм Риттерш, 1950-1974. Такой штемпель ставился. Так, к нему еще и вот такие вот часики. Тоже этот знак. Такие часы Messenger. Кварцевая, механизм, не механизм, вот такой вот. Ну, это видно, что такие уже механизмы ставили, кварцевые, как раз 70-е раньше года. Сейчас китайские по-другому выглядят. Это производство Германия. Так. И тут я обнаружил, что у меня уже есть такой один подсвечник дома. Тоже такой же штемпель. Тоже такой же штемпель. У меня один был. Я его купил еще года два, наверное, назад. И вот теперь пришел комплект у меня, получился. Два подсвечника и часы. Так вот выглядят они. Собралась комплектация, короче, у меня.
неплохо. Так, следующая покупочка. Это вот такая вот бомбоньерочка. Доза с крышкой. Держатель интересный такой. Красивый. Такая вот крышечка. Листровое покрытие. Тоже есть монеточки здесь такие с двух сторон. С иллюстрацией. Тут только две барышни сидят. Понятно. Так, на четырех ножках. Это у нас Оскар Шлегельмильх. Такая вот бомбонерочка. Так, следующая бомбонерочка, как сахарница. Такая вот вся в букетиках по окружности. Это у нас Ваймер. Не существующая больше фирма. Интересный такой. Красивый. Так, следующая покупка. Это вот такая вот вазочка. Это с социального магазина. Формана. Формана Фина Бонахина. Это белый костяной фарфор. Красиво. Так, следующее. Это вот такая вот кобальтовая шкатулочка. Мейсонский букет здесь, медальон на крышке. Тоже как четыре ножки. Это у нас Эльминау. Эхт кобальт. Следующая шкатулочка, пудреница, не знаю, под шмук, под украшение, под что угодно. Это у нас Линднер, тоже старенькая. Такая вот мейсонский букет здесь. Тоже красивая. Это наш шали. Как вазочка настольная. Под конфеточки там. Что-нибудь ложить. И это у нас Нахман Блейк кристалл. Это 60-х годов лет. Трех ножках. Тоже уже старенькая штучка. Ценится. Так, вот такая вот троечка. Вся роза. Чашечки. Чашечка на четырех ножках. Ножечки золотом украшены. Это у нас Шварцехаммер. Бавария. Также в тарелочках. Тоже маленькой одна роза. И пирожковой две розы.
цвет черный. Так, следующая покупка. Это тоже с блошинки. Такая вот шали, вазочка настольная. И к ней две вазы еще шли с ней. Это все за 5 евро. Это все латунное. За 5 евро я считаю, что это даром. Так, следующая вазочка такая. Бабочки. Боже, коровочки. Цветочки. Такое узкое горлышко у ней. Это у нас Штутгарт. Такой вот штемпель. Так, теперь фигурки. Это у нас фигурка «Дети» от Гобеля. Такая девочка с уточками. Кормить пришла, видать, кормит. А это кричит: дай пожрать, говорит. Такая милашка, девочка. У Гобеля вообще красивые все фигурки. Хумель. Следующая фигурка. Такой вот Ванька сидит на гармошке. И птичка сидит, поет, подпевает. Да. Такой вот штемпель. Тоже старенький. Это старенькая фигура. Это фигура. Штемпель этот не совсем старый. Есть фигуры так, точно такие же делаются. Ой, делались. У них там, где стоит одна пчелка. Все вообще старые. А это уже ближе к нашим годам. Так. Вот как эта девочка. Вот. Тоже от Гобеля. У меня такая была, и я еще взял. Вот это старенькая. Вот это одна пчелка. Вот это старенькая. И вот для сравнения, это уже позже вышло намного. Даже материал разный. Это как побольше маленько снизу поддон сам по-другому даже выглядит. И это стоит в разы дороже, чем вот это. Такое вот отличие у них. Лица. Так, еще фигуры. Это деревянные фигурки. Такая очень маленькая барабанщица. Дерево у немцев тоже ценится. Так, следующая такая вот мокопара. Рисунок такой. Зюйси.
Денталь. Как так вроде? Забыл уже. Это у нас французская. Я смотрел информацию, забыл, как правильно называется. Потом вот такая вот мокопара. Золото. Внутри. Тоже с блошиного рынка. Взял я ее то ли за 3 евро, то ли за 4, уже не помню. Вот такой вот штемпель с золотом. Тоже информации похожих не нашел. Еще смотрел, но не нашел, чья это мануфактура. Такой вот колокольчик, 1886 год. Ну, это тематика. Сделай Канада. Бреслау, Канада. Какой-то день был. Но это новодел. Тоже за 3 евро взял. Так, следующее. Яблочко такое вот. Металлическое. Посеребренное. Дозочка. Шкатулочка. Вот такая вот дозочка. Здесь дозочка с ложкой. Миниатюрная такая. Вот такие три шара. Это камни. Какие, не скажу. Надо все смотреть информацию. Такая подножка. Пластмассовая. Потом вот такая вот. То ли бергкристалл. То ли еще, может, какой, не знаю. Я так думаю. Тоже подножка пластмассовая. И еще вот такая. Тоже информацию про этот камень не читал. Вот эти три камня я взял за 5,50. Конечно, в интернете такие за один камень 50 евро, 60 евро стоит по величине. Здесь, наверное, 7 сантиметров. Евро 60 нам точно стоит. В интернетах такие, если покупать. Все. Всем, кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся, кто не подписан. Всем пока.